Прага, благотворительный турнир звезд мирового спорта. И начало турнира сложилось весьма удачно для Андрея Шевченко. Пожалуй, из чисто спортивных звезд именно Андрей самый опытный в покерном плане игрок. И он очень активно пользовался тем, что самый, наоборот, неопытный игрок Альберто Томбо, великий итальянский горнолыжник, сидел непосредственно за ним. Ну вот здесь они остаются один на один на блайндах. Андрей заходит колом, не стал он делать рейс. Томбо пропускает торги и открывается флоп. Король валет 7. И вполне логично с совпадением, а у Андрея Шевченко в этой раздаче был валет и восьмерка, Шевченко делает ставку. Но тут нашла коса на камень. У Альберто Томбо был король, старшая пара. Естественно, в борьбе блайнд на блайнд это очень сильная рука, но переставлять нет смысла. И здесь Томбо делает кол, но потернул, продолжает агрессию Шевченко и ставит уже 4000 фишек. Дело в том, что это примерно половина оставшегося стека Альберто Томбо, который, напротив, в отличие от Шевченко, не очень удачно начал и уже потерял значительную часть стека. Ну и вот здесь Альберто Томбо допускает стандартную ошибку для всех неопытных игроков. Он говорит: ну да, ты же чип-лидер, ты меня продавливаешь. И бесстрашный итальянский горнолыжник, который был знаменит своим абсолютно безбашенным стилем прохождения горнолыжных трасс, здесь выбрасывает карты в пас и позволяет себя продавить. Шевченко выигрывает эту раздачу, полностью контролируя ситуацию за столом.